например, сейчас посмотрим, например, под номером, сегодня какое число у нас? 12-е, кстати. Кстати, сегодня 12-е число. Вот давайте мы 12... И номер офиса 12. 12-ю карту сейчас достанем. И вот эти 12-е карты у меня и у тебя, они будут здесь лежать рядом, пусть. Или близко там где-то, да, через несколько. Вот это я такого никогда не делал. Просто вот я придумываю все время что-то новенькое, тогда интересно, да? Ну, то есть мы задание даем, да, понятное оно, да. То есть мы после перемешивания колоды пусть 12-я карта по порядку, который мы достанем в каждой колоде, эти две карты будут лежать примерно как можно ближе друг к другу. Эти вот две колоды. Ну, если те, что, которые будут здесь, которые здесь. Здесь если что, мы попытки 2-3 сделаем, потому что это замороченная такая штука. Важно. Пока мы не открыли, все что угодно может быть. Угу. Начинаем, да, 12 отсчитывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот сюда кладем, сюда. Вот не вот так, две карты. Ё-моё. Ну-ка, на всякий случай, 13 пол. Потому что может там быть что-то рядом вот здесь. Ну хорошо. Так, теперь, значит, мы ищем эти карты. 6 крести и 4 пики, где они тут находятся. О, нет, это не то. Конечно, надо считать. 8, 9, 10, 11, 12. 14, 14. Так, 4. Так, считаем количество карт до шестерки. О, рядом! Вообще класс! Волшебники, блин! А что рядом тут? Тройка, крест, тройка! Давайте еще следующий. Я вам привет передаю. Класс! Когда новое упражнение, всегда новизна некая, она играет. А когда старая там, ну вот когда мы крестим, там Наташа 200 раз ее вытаскивала, и 201, она немножко как-то уже приедается. Не, ну я же сколько, 3 раза подряд, а потом еще и сегодня даму 21-й крестов. Ну одно дело, вы вдвоем встретились, поговорили, все, но здесь была аудитория. То есть вы в своей лежите внимание, какая аудитория. Аудитория адекватная, аудитория профессиональная. То есть люди, которые не пришли с улицы, не прибежали, да, и сказали, Владимиру в части формирования событий своей жизни. То есть вы могли вот смоделировать такое, ну, теоретически смогли, но когда пошел такой запрос... На самом деле, у меня не было цели проводить семинар. Ну, понятно. Мне просто... очень было интересно, во-первых, никогда этим не занимался, и как бы такой потребности я не испытывал. Вот, это просто Наталья уговорила, это хороший повод еще раз там увидеться, вот, как бы, поэтому... состоялось. Но ведь в начале, когда я сказал, что я хочу познакомиться, да, я же написал и показывал, по-моему, я написал в интернете, там сам себе отправил письмо, Наталья Зайцева найдет меня. Вот. А у меня до этого в комментариях каких, когда меня спрашивали какие-то вопросы, я говорю, я не могу там об этом на публичном обсуждении выносить там эти вещи. Я оставил свою почту где-то в старых комментариях. И люди, кто ее находит, тот пишет. И кому надо, тот как бы нашел. Но Наталья не нашла почему-то. А я уже и забыл, правда, там. Вот. А потом появляется Сергей Дебальский как раз, да, вот, который говорит, слушайте, говорит, Владимир, а вот я вот канал посмотрел, Наталья говорит, так хороший же канал. Я говорю, да, вот мы хотели даже, я хотел их одно время с ней увидеть. Так может я позвоню? Я сам он сказал, я ничего не говорил. Я говорю, ты всем звонишь. Я говорю, у меня столько времени нет. Ну я просто так позвоню, поговорю. Ну, говорю, поговори. И все, то есть это его инициатива была. Вот. Ну, как бы, он поговорил, он общительный, он всем звонит, всем говорит, когда там, ну нету там. Вот. И из этой переписки там он случайно вылезло, что он меня знает. Ну и все, и там дальше пошло поехать. Потом я вспомнил, что да, мы же там хотели как-то. Так что все. Нам не обязательно нужно, нам не обязательно знать ходы, которые делает судьба. Вот. Мы не знаем, где она там выберет то звено, которое соединит. Но знакомство усиливает кратно. Конечно. Когда мы знакомимся, и особенно с единомышленниками, это вообще это усиливает кратно. Конечно. Да, просто. Вот. Ну, кстати говоря, мы можем какой-нибудь сделать...